Eskiden menü vardı. Şimdi ne var acaba? Bana şey geliyor, bize sanki yemek tutamadı gibi geliyor. Değişti mi? Bizde hiçbir şey olmuyor mu? Uçmuş mu? Uçmuş. Salatalar uygun ama. Salata ayrı veriyorlar, o yüzden. Salatayı ayrı veriyorlar, evet. Şey çok garip. Allah. Ben ne yesem acaba? Ben de balık... Так, приехали праздновать мой день рождения. Я 100 лет не снимала влоги. Я, честно, как-то даже странно себя чувствую перед камерой. Приехали мы в такое милое место, Кайкхане. 100 лет здесь не была вообще. У нас очень жарко, у нас сегодня 36, по-моему, 33. В общем, машина так нагрелась, что мы даже не стали включать кондиционер, потому что пока дождешься того момента, когда... У нас студит, уже доедешь. Мы просто с открытыми окнами ехали. Так, а что вам показать? Здесь вроде более-менее прохладно. Я в своем дежурном платье, как вы поняли. Сзади меня милая собачка. Я заказала рыбку. Муж заказал адана кебаб. Я пью. Это единственное, что меня может привести в себя. Это место, оно относится к университету. Проезд к нему через шлагбаум. Но пропускают все машины, когда вы говорите, что вы едете покушать. Да, и я, собственно, со своей любимой сумкой сняла ободок. Что-то он мне давит на голову. В общем, хочу немножечко остыть. А? Кузу, ben seni yemek istemiyorum. Ekmek kim ye? Ekmek istemedi ha. Bence de yeter. Ekmek de var burada. Раньше здесь как-то больше было закусок. Но мы не стали салат заказывать, нам такой принесли. Вы смотрите на эту сладость. Это сладость, он такой хитрый. Он не ест хлеб, он ест только мясо. Ekmeği yok dedi, ete gelmiş. Но кто же будет хлеб-то есть? Скажи, что дурак, что ли? Улыбается. Aşkım, bundan köre hiçbir şey vermeyeceğim. Ты девочка или мальчик? В общем, толстый такой. Это что такое? Бу, бен севимлим, бен татлим. Балаклар экмек. Кодемон балаклар ама? Сазап. Савашчи. Короче, что я хочу сказать. Место очень испортилось. И это началось с момента короны. То есть раньше здесь были хорошие цены, низкие. Раньше здесь был услужливый персонал. Сейчас такое ощущение, что как-то всем, знаете, пофигу. Оно, это место, оно полугосударственное. Жаль, что такие места пропадают, потому что очень хорошая, смотрите, красивая, красивый вид. Красивый лес. Животные, да, собаки, кошки. В общем, а цены стали такие, как, знаете, в таком добротном ресторане, вот Friends Cafe, суши бар, да. Ну, короче, жалко. Не знаю, что с этим местом будет. Мы пойдем сейчас прогуляемся. Очень жарко, и не хочется возвращаться в Адану. Я еще в очках, надо очки снять. У нас сегодня 21 мая, мой день рождения, кто не знал. Мы сюда приезжали, ну, типа, отметить мой день рождения. На самом деле, не знаю, уже вроде бы все перепробовали, каждые выходные и так ходим куда-то. Куда-то, и как бы уже не знаю, что придумать, чтобы этот день был каким-то особенным. Вот. Я задыхаюсь. Так что я хотела сказать. Сегодня приезжает у нас президент. К нам приезжает в Адану президент. Мы не поехали в центр, потому что там, наверное, просто толпа. Он вроде бы приезжает на стадион, на новый построенный футбольный стадион. Турки очень любят футбол. Для них стадион – это просто невероятно важно. Что еще?
будет очень много машин. У нас на каждом просто квадратном метре наряд полиции. И сейчас будет, уверена, будет огромный съезд из близлежащих деревень, из близлежащих городов. Будет собираться вот народ приглашенный. А так обычно это работает. В общем, не будем о политике. Хотя много чего можно было бы сказать на эту тему, но мы опустим и не будем никого раздражать. Покажу вам лучше. Мне кажется, я в эти качели сейчас не помещусь. Хотя раньше помещалась. Но бедра, конечно, расширяются. Я заметила, что кости расходятся. Какая-то заброшенная история. Вот мы шли по тропинке. Вот этот мангал я пила. Жаль. Ну вот там женщина или девушка на лодке приплыла. Я нагло ее снимаю. А, там еще удочка. Вот балык тут чё же, да? Нет. Эвет бакшивар олта. Вермёрсен? Аллала. Йок, канон он, бенджи. Я бы тоже сейчас окунулась в эту воду, но у нас запрещено здесь плавать. Я не знаю, почему. В Адане нет моря, но оно есть. Ну, в общем, это долгая история. Оно есть не в центре Аданы. И у нас вот есть такое прекрасное озеро, которое всем кажется, что это море. Это озеро на самом деле. Но здесь нельзя плавать. Я так полагаю, из-за того, что все-таки что-то туда сливают периодически. Но вода кристально чистая. Даже рыб видно. Жаль. Это недоработка, я считаю. Был бы крутой пляж, можно было бы такие деньги делать. Кафешек настроить, туриста привозить. Но нет. Где? Сеслер, наверное, Ангелиор? Ордан, дядь. Думала пофоткаться. Здесь раньше был пирс, а он теперь только оттуда. Да, все закрыли. Здесь вообще... Ага. Здесь вообще... Боже мой, мне муж сбил с мысли. Здесь можно было заниматься спортом на байдарках. Сейчас какая-то тишина, разруха, короче, я не знаю. Все загородили, пирс убрали. Может быть, сезон не открылся. У нас уже жара началась. Уже пора бы ему открыться. Мне все время жарко. Мне очень жарко. Мне жарко даже под кондиционером. Мне жарко. Никому не жарко. Мне кажется, что сейчас какая-то аномальная погода, аномальная жара, но мне все говорят, что сейчас нормальная погода для этого времени года. Мне пришлось выключить вентилятор, мне пришлось все выключить, потому что это будет мешать для видео. Друзья, привет! Я наконец-то с вами здороваюсь. Сегодня будет болталка. Наконец-то я могу, не стесняясь себя, снимать... в полный рост, не скрывая ничего от вас, потому что уже, собственно говоря, скрывать невозможно. И лицо меня выдавало последние пару месяцев. Я так на себя смотрела и понимала, что, ну, уже, наверное, просто неприлично. Неприлично молчать, да, ну, потому что люди видят. Люди видят, что что-то не так. И, точнее, они видят, что все так, все хорошо, а просто... Просто все изменилось, короче говоря. Так, я хочу сейчас поотвечать на некоторые вопросы. Хочу поговорить с вами. Мне что-то вот эти вот сережки не очень нравятся. Я их надела, конечно, для видео. В обычной жизни их носить невозможно. Они очень тяжелые. Похожи на какого-то папуаса. Ну да ладно. Во-первых... Хочу поблагодарить вас за огромное, просто огромнейшее количество добрых слов, пожеланий. Столько людей искренне радуются за меня. Я даже не думала, что столько людей могут радоваться абсолютно за чужого человека. Абсолютно за того человека, которого они даже не видели в жизни. Вот спасибо вам большое. Каждого обнимаю, целую, благодарю. Я каждое утро просыпаюсь, и мне до сих пор приходят новые комментарии с поздравлениями, с пожеланиями. Правда, это очень приятно. Я вот просыпаюсь, бегу к телефону, как, не знаю, как ребенок, как новогодней елке. И
Испытываю каждое утро море позитивных эмоций. Давайте сначала о хорошем я сказала, сейчас немножечко скажу, ну, не то чтобы о плохом, поговорим о такой теме. Я не знаю, как вы сталкивались с этим или нет, но поскольку я новый человек в этой сфере, да, новичок в материнстве, мне об этом говорили, но вот я начала именно сейчас с этим сталкиваться. Про непрошенные советы я уже, в принципе, в прошлом видео говорила, но... Я недооценила мощь непрошенных советов, скажем так, непрошенные советы, что у нас еще, и некоторая пассивная агрессия. Вот я со временем, посидев на мамских форумах, побыв на Ютубе, да, в качестве беременной, почитав комментарии то, что пишут женщины, я, наверное, поняла, отчасти, почему женщин долгое время не могли уравнять в правах с мужчинами, не давали им права голоса и так далее и тому подобное. Я сейчас не говорю, что надо женщин порабощать, просто, знаете, у женщин наступает такой период в жизни, он наступает практически у каждой женщины, это материнство. И знаете, есть такое понятие, как беременный мозг. Ты немножечко тупеешь, ты становишься немножечко замедленной. Во-первых, у меня все валится из рук, потом я это не могу поднять. Я постоянно здесь какая-то обкапанная, обляпанная. Я не знаю, почему у меня постоянно на животе, когда я вот дома нахожусь, или даже когда ем в ресторане, у меня обязательно что-то вот сюда вот капнет. То ли это какая-то рассеянность, то ли... Просто боюсь, микрофон спадает. То ли... Раньше просто все это падало на пол, а сейчас, поскольку живот выпирает, это все падает на живот. Но ты какая-то вот, ты просто, ну да, ты тормознутая. Полагаю, что с приходом ребенка в твою жизнь, наверное, снова меняется гормональный фон, когда ты рожаешь. И мозги, они заточены не на то, чтобы решать примеры по математике, они заточены на вот то, чтобы стать такой немножечко наседкой к луше. Но это природа, от этого никуда не деться. Никуда от этого не деться. Как бы женщина ни старалась, не подавляла в себе это, не бежала на работу там, после рождения ребенка, все равно будет какой-то диссонанс потом, я так думаю. Где-то это да аукнется, где-то это да откликнется. Так вот, к чему я веду. Друзья, если я что-то показываю в видео, какой-то там девайс, хотя что я показала? Я еще даже ничего не показала. Если я что-то кому-то показываю, то я это проверяю, как правило. Да, если я что-то себе купила для своего ребенка, я тоже прочитала, конечно же. У меня сложилось впечатление, что люди думают, что я живу где-то на горе, где нет интернета, и хожу я в туалет в дырку. Вот. И людям кажется, что я, наверное, умственно отсталая. Ну, я считаю, что это... Опять же, разновидность пассивной агрессии, когда человек дает непрошенные советы, дает это в безапелляционной форме, считая себя умнее, в данном случае меня, да. Друзья, вы не умнее меня, я не умнее вас. Давайте по списку пройдемся, да, что мне, значит, писали. Спи с малышом, не спи с малышом, ты об этом пожалеешь. Друзья, в воспитании детей... Даже без опыта, могу вам сказать, по опыту других мам, нет ничего правильного и неправильного. Есть опыт и все. Одному ребенку подходит одно, другому ребенку подходит другое. Один врач говорит, что нужно спать с детьми, другой врач говорит, что не нужно спать с детьми, это опасно. Но если вы спите правильно, если вы правильно организовали спальное место ребенка рядом с вами, это не опасно. Ребенок нуждается в матери. Отселять его, сепарировать его можно ближе к 5 годам, ну, начиная с 3, например. Ребенок нуждается в материнском тепле. Зачем рожать его и сразу же, например, отселять? Да, это, наверное, было бы идеальным вариантом, но, к сожалению, вы просто задолбаетесь вставать, если вы кормите ночью. Вы будете просто никакая. И... Ну, будете никакая, вы не сможете ни за собой ухаживать, ни за ребенком. Вот и все.
Да, есть минусы, есть плюсы. Я все это прекрасно понимаю, что вам подошло это. Я не знаю, как будет у меня. Может быть, мне это не подойдет, а может быть, и подойдет этот метод. Но заверять категорично в том, что должно быть только так, и ты вспомнишь мои слова, знаете, меня это немножечко, честно говоря, пугает. Потом по поводу бортиков мне написали, что они запрещены в Америке и так далее и тому подобное. Мне иногда кажется, что женщинам просто вот нравится... Во-первых, пугать беременных. Вот есть такая категория женщин, которые кайфуют от того, что они запугивают беременных. Я не знаю, это какой-то вид изуверства или что. Вот твой ребенок задохнется. Вот у меня свекровь очень любит. Она мне вот каждый божий день, когда я к ней приходила, ну, не каждый божий день, раз в неделю, она мне рассказывала историю, одну и ту же причем, как женщина мучилась в схватках и не родила. Вот и ты не родишь. И надо рожать под общим наркозом, потому что это новые технологии, ее дочь делала только так. Она троих родила под общим наркозом при помощи кесарево сечения. Вот она это говорила, довела меня до слез. Потом сама заплакала и сказала, что я хамка. Вот. Понимаете, это... Я не знаю, что вот в женщинах, что в них... Какая волна, какие мотивы. Давайте про бортики, окей. Если уж вы так хотите поговорить на эту тему, бортики в Турции не запрещены. Я вообще считаю, что... Бортики для кровати, да, кто не в курсе. Я вообще считаю, что если что-то где-то продается, скорее всего, этот девайс кому-то да пригодился. И он не запрещен педиатрами и учеными. Значит, кому-то этот девайс нужен. Бортики... запрещены, потому что якобы там дети утыкались в них носом и умирали во сне. Ну, новорожденный ребенок кататься и переворачиваться еще не может, это раз. Бортики, ну, чисто теоретически, наверное, могут влиять на циркуляцию воздуха в кровати, но мы один бортик убираем, чтобы видеть ребенка в любом случае. Один бортик должен быть открыт. Это два. А что мешает ребенку уткнуться в перегородку и, простите, задохнуться? Не дай бог, не дай бог. Ничего не мешает. Балдахины тоже запрещены, хотя всю жизнь прикрывают, вот в Турции всю жизнь прикрывают лицо ребеночка, потому что он вот так чувствует себя в большей безопасности. Да, это что касается бортиков. Ну, вот это вот, а ты знаешь, что бортики запрещены? Ну и вот что я должна сделать? Я должна, видимо, человеку хочется, чтобы я вот в панике пошла искать в интернете информацию, чтобы у меня начали трястись руки, чтобы я переживала, чтобы я, значит, выбросила эти бортики. Все. Значит, следующая история, там мне про кладбище писали, что ты ходишь, вот ты пошла на кладбище, значит, может случиться страшное. Вот честно, зачем вы мне это написали, я понять не могу. Чтобы я не спала ночами и думала о том, что со мной случится страшное? Для чего? Огромное, просто огромное полотно с объяснениями, причем какими-то совершенно необоснованными, ненаучными, я бы даже сказала, что нельзя ходить на кладбище. Вы знаете, беременным, возможно, нельзя ходить на кладбище, потому что они очень чувствительные. Им могут испортить себе настроение, что плохо, конечно же, сказывается на... ребеночки, если беременная в стрессе. Вот и все. Но церковь не запрещает. Церковь. И мечеть, кстати, по-моему, не запрещает. Ну, насчет церкви я уверена, насчет мечети нет. Не запрещает посещение кладбища и не запрещает проводы близкого человека в последний путь. Всякое бывает в жизни. И как бы не проводить близкого человека в последний путь, это, ну, согласитесь, странно. Поэтому где жизнь, там и смерть. Вообще, я замечаю, что турки, я не знаю, как остальные мусульмане, турки как достаточно сплоченная нация, где большие семьи, где много родственников, они очень просто относятся и к рождению, и к смерти. Они настолько привыкли к этим похоронам, которые у них случаются чуть ли не каждый месяц. Они настолько привыкли к этим мевлютам, которые случаются у них практически чуть ли не каждый тоже месяц по поводу рождения детей. Все доходит до того, что кто-то даже приходит на поминки просто чисто посплетничать. Ну, потому что дальний родственник, ты уже даже не помнишь, как он выглядит. Вот он ушел, но надо вот уважить людей. И вот они собираются, и они уже даже...
просто сидят, кофе пьют и сплетничают. Либо, знаете, бывает так, что вот, кстати, по поводу свекора, когда мой свекор ушел, это было несколько лет назад, ну, первый день все плакали, второй день все плакали, на третий день уже все начали болтать и сплетничать, даже моя свекровь. Ну, возможно, это какая-то защитная реакция организма, но жизнь продолжается, нужно отвлекаться и как-то нужно ее жить. Поэтому здесь отношение к смерти, оно достаточно философское. Ну, как бы, если чему-то должно, что-то должно случиться, оно случится. И если бы мы все жили вечно, что бы это было бы сплошное мучение. Жить вечно, мне кажется, это когда ты знаешь, что этому нет конца, наверное, ты по-другому смотришь на жизнь и, ну, представьте, вы живете вечно. Смерть — это избавление, смерть — это не плохо и не хорошо, это просто часть жизни. А вот и все. Кстати, у меня был незакрытый гештальт, я была на похоронах у свекры, это было несколько лет назад, но после этого я ни разу не была у него на могиле, поэтому мне этот гештальт очень хотелось закрыть. Вот, и чтобы надо мной это не висело. Я его закрыла. Вот и все. Все, мне кажется, что я... Да, я, кстати, начала понимать своих подруг, которые мне говорили, что Маша, мамские сообщества – это очень своеобразное скопление женщин. Да, наверное, я соглашусь, что мамские сообщества, пожалуй, мне в последнее время хочется просто закрыться. Ну, потому что есть куча информации, есть куча блогов именно врачей. Русскоговорящие, турецкоговорящие, да какие угодно, англоговорящие, смотрите, не хочу. Но почему-то людям кажется, что они знают больше. Короче, ладно, все. Я закрываю эту тему, как говорится. Но раз я блогер, да, я же должна о чем-то говорить. Я вам вот говорю о своих чувствах, скажем так. И вот беременный мозг, видите, какая тупая. Ну да, поразмышляла на тему, короче говоря. Все, давайте сейчас пойду отвечать на следующую часть вопросов. Наверное, эту часть видео мы закроем на данный момент. Все, кстати, друзья, на всякий случай с вами попрощаюсь. Всем пока-пока, спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было не очень негативным. Ну, как говорится, пусть это будет перчик такой на моем канале.